6 октября в 5 вечера Красноярский духовой оркестр открывает новый сезон, посвященный юбилярам. В программе прозвучат произведения любимых композиторов, таких как Александр Зацепин. Также на сцене выступят лучшие солисты филармонии. Настоящий праздник для любителей хорошей музыки. Так, запоминаем, 6 октября, начало в 17:00, стоимость билета от 200 рублей. А для любителей классической музыки сюрприз подготовил Театр оперы и балета. В эту субботу состоится открытие 41-го театрального сезона. «Сибирью связанные судьбы» — это серия концертов, посвященных выдающимся красноярцам. И первый концерт пройдет уже в эту субботу в программе «Музыка Чайковского», «Свиридова» и произведения Артемьева, кинофильму «Сибирский цирюльник», Игоря Крутого «Гимн жизни», которые будут исполнены впервые, а также фрагменты из опер «Евгений Онегин» и «Князь Игорь». Ну а если вам ближе спорт, то стоит сходить на хоккейный матч. Завтра состоится вторая игра второй домашней серии молодежной лиги. Рыси выступают против клуба из Орска «Южный Урал-М». Билеты на самую крутую трибуну обойдутся всего в 100 рублей. Начало в 5 вечера в Платинум-арене. И, конечно же, исторический матч «Енисей-Спартак». Напомню, он пройдет уже в это воскресенье в 15:30 на центральном стадионе. Достать билеты на игру очень трудно. Есть шанс успеть купить последние билеты 7 числа, или, если повезет, то перед матчем кто-то подарит или продаст свой лишний билет. Музыка и спорт – это не ваше, любите что-то посовременнее или даже более продвинутое, тогда вам на выставку «Парк роботов». Здесь вы сможете окунуться в мир искусственного интеллекта и робототехники. Здесь вы можете пообщаться с человекоподобными роботами или с копиями домашних животных. Ну и, конечно же, кино. На этих выходных вы вместе с семьей или с друзьями сможете оценить сразу несколько новинок. Например, захватывающий фильм «Веном. История антигероя из вселенной Марвел». Или новый фильм «Звезда родилась». В главных ролях Брэдли Купер и Леди Гага. Это история о музыке, любви и о восхождении настоящей звезды. Фильмы уже идут во всех кинотеатрах города.